Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Ну, как вы видите, ребята, нам совсем немножко осталось до того, чтобы получить 61 уровень. Ежедневное испытание я сегодня прошел. Ну, это еще не все, ребят. Я открыл себе за эти дни двух персонажей. Первый — это Грифон, а второй — это у нас БФГ. БФГ же его величать, да? Да, БФГ. Ну что же, в принципе, неплохо. И теперь у нас с вами последний уровень на заводе. Нам нужно завалить, короче, босса. Босс там будет атомный робот. И вот я сижу и думаю, кого бы нам с вами выбрать. Я думаю, вот эту, наверное, пачку возьмем. Хоть я не сильно уверен в ней, но... Или же вот эту взять. Ей уже немножко поиграл, ребята, энергии нету. Ладно, давайте рискнем вот эту вот взять, почулю. Если не получится, возьмем предыдущую. Да, сделаем так. Мне просто здесь, знаете, кто смущает? Бомбер. Бомбер будет наносить офигенный дамаг моей ниндзи. Плюс он очень неплохо бомбит по прыгуну. Ну и из летающих у меня только здесь чумная мышь. Ладно, попробуем. Просто мне здесь нужен большой дамаг. Вот в этом уровне. Потому что если ядерный бот пойдет, его нужно будет как-то бомбить, понимаете? Так, ладно, копим для начала ману. Это в первую очередь. Давай, пятихаточку, отлично. Так, смотрите, что он делает. Он выпускает щитоносца и хилбота. Поэтому мы будем делать вот так вот с вами. И ниндзю, так, что он там? Ага, понятно. Вот сейчас начнет мозги компостировать. А мы вот так сделаем. Чумную мышь разбомбили. Так, прыгун. Так, ну, в принципе, вроде бы неплохо. Пока неплохо, ребят. Все, остается только вызвать нам нашего деда, чтобы он тут уже разобрался конкретненько. Сейчас накопим. Все, дед пошел. Дедушка у нас сейчас будет выкрутасы тут делать. А мы еще вот так даже сделаем. Ай, красота. Так, бомбер, вот какого лишнего ты тут... Вот об этом я вам и говорил. Так, тихо. Так, смотри, как он жирный, а. Его так просто не возьмешь. Так, прыгун, давай, ты мне здесь нужен. Он весь горит, дымится. Я не знаю, что там, отравлен весь. И все равно идет. Вот неугомонный. Ну, мы, наверное, базу сейчас быстрее заразбомбим ему. Или же нет. Черт подери, он подходит. Он подходит, ребята. Я. У нас всегда получается почему-то разбомбить базу быстрее, чем он дойдет до моей. Ну что же, мы, главное, прошли с вами эту миссию. Получаем сундук робота и смотрим, что у нас. Вот это хорошо, а вот это вот плохо. Ну ладно, переходим с вами, блин, в нефритовую долину. Вы знаете, как я отношусь к нефритовой долине, это просто жесть. Так же, как и... Ого, тут еще будет потом завод роботов. Ладно. Ну что же, поехали, смотрим, кто здесь у нас. Самурай и терракотовый воин, да? Ладно, я думаю, что здесь мы справимся вот этой пачкой, самое то. Поехали. Не будем, как говорится, долго тут рассусоливать, будем сразу бомбить. Значит, у него там самурай, да, и терракоша. Так. Хорошо, ладно, раз ты так делаешь. Ну давай. Есть, успел, по-моему. Да, успел. Так, я еще на помощь вызвал молотильщика. Так, ты достал уже тут бомбить, эй. А вот терракоша пожаловал. Терракошу надо тоже, ребята, обязательно дамагом бомбить. А давай-ка вот так сделаем. Ну, блин. Ага, все, пробили мы, ребят. Дальше у меня выйдет всадник на журавле. И, в принципе, можно сказать, победа уже за нами. Все, ничего тут никто ничего не сделает нам. Распиливайте, распиливайте, ребята. Так, минус. Самурай минус. Ну и, соответственно, база тоже сейчас будет минус. Да? Так и есть. Ух, поехали. Это был только лишь первый уровень. Первый этапчик. У нас второй. И смотрим. Угу. Появляется всадник на журавле. Для нас это ерунда, если честно. Потому что основной состав у него остался прежним. Это терракоша, это самурай.
Значит, мы здесь будем с вами, знаете, побольше вызывать, наверное, воина-мага. Угу. Как вариант, я думаю, это будет оптимально. Так, ну и потом уже... Опс, 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 вот это вот не надо. Вот это вот не надо мне здесь. Вот это вот. Так, давай вот так сделаем. Забомбим, нет? По-моему, нет, ребята. Сплавились мы. Сплавились. Е, накрыли. Он берет, ребята, только лишь уровнем. Да-да-да, именно уровнем. Так, а ну-ка, лети отсюда, пташка. Так, давай-ка попробуем вот так сделать. Слушай, вот пробивает, пробивает, гад, а. Ничего тут не поделаешь. Так, минус. Главное, всадников, ребята, колбасит, остальное ерунда. Заморозочку. Нужен еще один. Вот, всадник вышел. Ну все, ребята, здесь уже победа будет за нами, это однозначно. Ничего он здесь уже не сделает. Так, карточка. Ну еще, потихоньку бомбим базу, и все, я даже ускорюсь. Вот так. Вот так еще сделаем. И еще всадника одного. Все, победа за нами. Карточка, иди сюда. И мы продолжаем. Переходим с вами на третью стадию. И здесь у нас, блин, Вуджен. Ага, значит, нам здесь нужно взять, скорее всего, вот этих ребят. И ими уже играть. Поехали, попробуем. Вуджен — это такая еще подлюка мелкая. Своей магией бомбит. Через весь, через все поле, ребята, у него летит небесный дракон, которого он вызывает. Так, тихо, тихо. Мы так не договаривались, родной. Куда ты пошел-то? Кого же мне тут вызвать? Я думаю, наверное, здесь будет чумная. Чумная мышь эффективнее всего. Посмотрим. Ну и, естественно, ребят, не забываем про нашего прыгуна. Так, погоди-ка, прыгун. Прыгун-то, конечно, все хорошо. Ну, ладно, вызывай ее, короче. Так, фаербол полетел. Ну, во-во-во-во-во, оборотень. Отлично сделал. Круто просто-напросто. Так, давай еще одну чумную вызовем. Две чумные мыши. Какой сейчас расколбас должны устроить, по идее? Посмотрим. Так, ураганчик. Иди ты отсюда, хейкай ты мне там. Ну, мышь, давай, трави их. Вот так вот. Карточка таракуши заберем. Все, можем ускоряться, ребят. Даже не понадобилось. Ну, здесь отлично, вы сами все прекрасно видели. Все пошло как надо. Мышки свое дело сделали. Я вообще сомневался. О, я вот здесь вот, конечно, будет хреново. Здесь у нас черепахи. Они очень хорошо бомбят. И не забывайте, далеко бомбят. Слушайте, а если мы с вами возьмем вот этих ребят, а? Что скажете? Смотрите, черепаха бомбит далеко, да? Ну, у меня баллиста тоже бомбит не слабо, да? Единственное, что здесь есть всадник на журавле. Короче, мы будем пробовать. Мы будем пробовать. По-другому никак не выявить, кто сильнее из нас. Но он, естественно, не забывайте, ребята, по уровню он сильнее. Если брать именно уровень, то он сильнее. Слушай, а зачем мне здесь, блин, щитоносец-то? Ёпрсоте. Я забыл его поменять, ребята, еще с прошлого раза. Вот это я лопухнулся. Вот это я лопухнулся. Давай вот так вот сделаем. Вызовем баллисту. А уже вслед за баллистой вызовем, наверное, паладина. Черепаха, вали отсюда! Давай-давай-давай-давай, бомби! Е, отлично, ребята. Вы сейчас сами видели, как все прошло. Баллиста мой бомбит дальше, чем его черепаха. А я еще одну вызову. А ну-ка. Да-да-да-да-да. То, что нужно нам. Вообще шикарно. А ну-ка. Обворожили. Сам своего же бомбит, дурила. А ну-ка. Ускорение. Ой, вообще красота. Все, ребята, разбомбили мы ему, грубо говоря, оборону.
И сейчас уже будем бомбить базу. А мы уже ее и так задеваем. Смотрите, баллиста стреляет, задевает. Тихо, тихо, не надо тут выделываться. Вот так вот. Все, тут. О, еще и ураганчик нам как раз в помощь прилетел. Все, шик и блеск. Ну давай, 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 база. Все, развалилась. Фух. Ну что же, у нас последний этап. Ой-ой-ой-ой, здесь Вуджен, здесь черепаха, здесь богиня света. Здесь ты, ракуша, и самурай. Хм. Слушайте, а я вот, знаете, нет, не прокатит. Здесь Вуджен, он будет убивать баллисту. Значит, нам нужно вернуться к истокам. А истоки у нас это вот. Да. Здесь всадника на журавле нету. Я вот единственное не помню, черепаха у нас бомбит только наземные цели или воздушные тоже. Хорошо, проверим, наверное, да? Да, поехали. О чем будем тут думать? Нет, ну иногда, конечно, хорошо подумать, да? Как бы предположить, кто из них сильнее, я или он. Но я думаю, что я. Несмотря на то, что у меня уровень в разы меньше, чем у него. Так, значит, вот так он сделал. Вызвал самурая, мы с вами... Потом наверняка пойдет Вуджен. Хотя это не факт. Я знаю, что он богиню света стопудово будет вызывать здесь. Так, да успокойся ты нафиг. Вот он и Вуджен, ребята. Вот он и Вуджен. Я вызываю оборотня, соответственно, чтобы тот перепрыгнул и сейчас его наказал. Вот, вот, вот. Именно так вот и надо было делать. Так, вызываем чумную мышь. Так, и пора бы уже, наверное, дедулю вызывать, я думаю, да? Да, я думаю, пора. Так, дедушка пошел. Ёпрст, ее он вызвал. Ты представляешь? И он вызвал свою богиню. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это вот плохо. Вот это вот плохо, он сейчас будет бомбить, ребята. Так, ну-ка. Отвяньте вы нафиг, достали уже в корень. Дед, давай, приголубь там ее хорошенько. Ну, еще пару ударов. Есть. Мы выиграли, ребята, этот бой, эту каточку. А может быть еще и не выиграли, это неизвестно. Боссов у нас нет. Но у меня есть чумная мышь. И она довольно неплохо бомбит. Так, отлично. Вызываем ниндзю в помощь нам. Фаербол. Yes. Слушай, я не могу понять, почему мыши так хреново работают у меня, а? Слушай, это не мыши работают хреново, ребят. Это прикрывает их тыракоша очень хорошо. Да-да-да, опс. Все, я думаю, что он больше прикрывать никого тут не будет. Мы пробили. 32 секунды, ребят, 32 секунды, блин. Да елки-палки, что ж ты будешь делать, да? Я сейчас фаербол, ребята, запулю. Ну, добивочный будет? Есть. Фу, я аж напрёгся весь. Ребят, жесть. Но все-таки хорошо у меня тут дедушка сработал, да? Против богини-то света. Так, ну что же нам достается-то здесь? Слушай, неплохие карты, очень даже неплохие. Смотрите, тигр, всадник на журавле и, естественно, богиня. Вот это я понимаю, вот это подарочек. Ну что, ребята, вы готовы сразиться с тьмой, с нежитью, с упырями? А я готов. И у нас, естественно, встречает некро и зомби. И не забывайте, у них уровень, ребят, 64 и 65, а у меня 60. Хм. Слушайте, а я ведь... Нет, тут спам. Тут будет спам из зомбарей. Поэтому, наверное, будем вот эту брать команду. Поехали. Сейчас будем их нахлобучивать. Сейчас стопудово будет вызывать своих зомбарей для спама. Это само собой. Вот он идет. Я даже не сомневался. Так, а вот некро это уже хуже. Она сейчас будет доставать нас своими вот этими вот скелетиками, своими маленькими зомбарями. Не знаю, как их назвать вообще. Так, видите, просто бомбит. Воу-воу-воу-воу-воу, тихо. А как это так? Что-то я не понял, если честно. Как так она умудрилась это сделать? Бабуля, успокойся. Что за дела-то?
Да не может быть такой жесткий спам, ё-моё, да чё? Эй! Ребята, может, оказывается, ты посмотри. Ё-прс-т, вот это да, вот это мы с вами попали. Жесть. Слушай, я знаешь, что думаю? Что мы с вами сейчас выберем других. Так, ну что, ребят, давайте тогда будем с вами, наверное, брать. Слушай, как вариант, попробуем. Ну, честно говоря, не совсем уверен. И это на первом этапе нас с вами расписали. Жесть. На первом этапе. Ё-моё. Ладно, попробуем. Что-то я, честно говоря, опять не уверен. Хотя здесь знаете, кто нам может помочь? Знаете кто? Прыгун. Вы спросите, чем? Сейчас покажу. Нет, подожди секунду, сейчас пока не получится. Сейчас надо бомбить спам. Так, мышь, выходи. Так, травим их тут всех. Да что такое, что так жестко-то? Ты посмотри, что творится, а. Ну-ка, пошли вы отсюда все, а. Так, минус некро. Прыгун, выходи, твоя очередь. Давай, бомби ее. Бомби эту бабку. Есть, забомбил. Слушай, ну я вам скажу одну, очень тяжело. Вообще тяжело с этими некро проходить здесь. Вы еще не забывайте, ребята, когда зомби убивает нашего героя, он превращает его в зомбаря. Так, ну что, базу разбомбим? Должны разбомбить. Есть. Так, ну у нас у этой компании больше, к сожалению, ребята, нету энергии, но мы зато получаем с вами 61 уровень. Это классно. Это классно. Энергия у нашей компании есть. Ну что же, а теперь давайте повеселимся, я думаю, да? Он нас брал преимущественно своим уровнем, а теперь мы с вами шансы немножечко сравняем. Немножечко, я повторюсь. Потому что, чтобы сравняться с ним полностью, нам надо 3 уровня еще поднимать. Так, а здесь у нас что такое? Забираем. Ладушки. Так, давай-ка вот эту команду свою. Подожди, а, это у меня есть. Вот. Вот эту вот. Подожди, вот. Будем здесь теперь прокачивать всех своих ребят. Так, здесь, естественно. Тут и базу. Так, теперь вот этих вот короля Артура здесь. Так, блин, на баллисту не хватило, ё-моё. Да, ребята, а что вы хотели? С каждым разом все сложнее и сложнее прокачать их. Я еще и ведьму хотел прокачать, блин. Сколько там еще? 11 уровней. Жесть. Когда же до нее дойдет очередь-то, а? Ну ладно. Поехали дальше. У нас как раз энергия вся появилась. Здесь добавляется... Оу-оу-оу-оу-оу. Здесь добавляется летающая чумная мышь, ребята. Как быть? Как быть-то здесь, а? Вот тебе и раз. 65 уровень. Куда? Куда, спрашивается? Как быть-то здесь? Слушайте, может быть, нам... Я не могу прыгуна убирать, ребята. Не могу просто-напросто, и все. Он нам пригодится. Ладно, была не была, поехали. Вы помните, да? У меня как-то была серия, где я с ними воевал. Именно вот с этой командой. И там просто жесть была. Охо-хо-хо-хо, она, мышка-то у них, мало того, что по уровню сильнее, как вы понимаете, да? По уровню, так она еще и... Да куда ты бомбишь-то? Бомби в мышь! Вот, отлично, хорошо. Так, он сейчас достанет. Эта мышь достанет нас сейчас. Иди отсюда. Так, а вот и некро начала тут свои выкрутасы выделывать. Кого же нам... Я даже не знаю, ребят, что делать. Они сейчас расстреляют нас. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут очень все хреново. Очень, ребят, хреново. Поверьте мне. Тут этот поганый спам. Тут эта летучая чумная мышь. Ой. Не знаю, как быть. Так, ну что, если мы...
Вы посмотрите, что происходит. Я не могу просто пробить здесь. Кто у нас имеет массовую атаку? Все, забомбили меня здесь. Я ничего не могу сделать абсолютно. Проигрываем, короче. Знаете, кто мне здесь нужен? Такой персонаж, который может уничтожать сразу весь спам, который на нас идет, который стоит в куче. А кто на это способен? Вот из этих никого я не вижу, ребят. Баллиста? Ну, он дорого стоит, и вряд ли мы успеем. Хотя, знаете что? Можно попробовать. Можно попробовать, да, ребята? Баллиста стреляет сразу по трем целям. То есть он может уничтожать одним выстрелом сразу весь спам. Но он уязвим против летучей мыши. Понимаете, да, к чему я говорю? Ладно, я попробую, конечно, но не факт, что получится. Так. Ну, естественно, естественно. Как же, как же. Ай, мышь летучая вышла, блин. Баллиста, ты мне сейчас нужен очень сильно. Давай, бомби. Есть. Хорошо, теперь мы будем немножко спамить, ребята. Так, минус. Минус. Ведьма минус, отлично. Давай, паладин, выходи, ты мне тут тоже нужен. Ага, мышь. Сейчас мы ее попробуем снести, ребят. Есть. Отлично. Ну, вы понимаете, да, к чему я говорил насчет баллисты? Баллисты уничтожает сразу троих. То есть спам, который делает некро, вот этих вот зомбарей, которые тут ходят. Ну и, соответственно, всякую шелупень, которая после всего этого уходит. Видите, работает. Единственный, как бы, шанс упущения — это если мы не успеем вовремя заспамиться, то нас тут просто порвут. То есть надо уничтожать в первую очередь этих зомбарей, потом скелетиков, которого вызывает некро. А вот здесь еще и добавляется зомби-взрыватель. Зомби-взрыватель, соответственно, тут тоже придется нам вот этой командой действовать, ребята. Почему? Потому что его надо уничтожать вдалеке, когда он еще далеко. Иначе он будет очень сильно наносить повреждения моим юнитам, таким как паладин. Самый дорогой юнит — это у меня паладин, поэтому надо его беречь. Здесь нет чумной мыши, поэтому вызываем щитоносца для начала. Пускай они обменяются. Потом уже у нас идет паладин. И вслед за паладином уже будет у нас идти, блин, баллиста, по идее, должен идти. Вот он и вышел. Все, начинаем бомбить, ребят. Так, никакого тут спама. Нам нафиг не нужен. Согласитесь. Шикандос. Паладин, выходи. Так. Вот о чем я вам и говорил. Что он очень хорошо сносит. Так, тихо. Прикрываем баллисту. Баллисту должен быть прикрыт. Шикарно. Тут каждый юнит подходит, ну, под своего врага, так скажем. Ну, куда ты вылез? Куда ты вылез, родной? Некро, иди отсюда. Появилась она мне здесь, не запылилась. Ну и все, базу сейчас мы раскурочим. Все у нас работает на 100%, ребят. Есть. Снесли. Так, и у нас предпоследний этап, а здесь добавляется. Ну, естественно, естественно. Вот теперь для меня большие проблемы. Во-первых, привидение вот это будет колбасить мою баллисту. А как же тогда быть? Я не знаю, ребят, как быть здесь. Вот в этом этапе я даже не знаю, что делать. Брать вот этих вот, ребят. Но мы уже пытались, у нас ничего не вышло. Спамят нас и все здесь. А вот этих вот, эти проигрывают у нас. Хотя мы проигрывали с вами в прошлый раз из-за уровня, да? Здесь, я не знаю, прыгун нам нужен, не нужен. Ладно, я попробую. 4 уровня разницы. Должны, наверное, одолеть. Ну, попытаться, по крайней мере. Сейчас он вызовет, естественно, привидение, которое будет сейчас компенсировать нам мозг. Так, а я, наверное, вызову
Ага, вот он как начал. Он начал с чумной мыши, ребята. Я тогда также начну и ниндзю вызову еще. Ты смотри, он, главное, мою с удара... О, да он любого тут сносит с удара. Вы заметили? Вот это плохо. На-ка, вот так вот получил. Привидение вонючее. Как ты меня бесишь, а? Давай-давай-давай-давай, ребятушки, бомбим. Так, заморозка тут еще есть. Упс. Так, минус некро. Давай-давай, прожимаем-прожимаем. Лишь бы не... Ну, есть. Фух, отлично, ребята. Ну что же, последний этап. И тут у нас кто? Угу. В принципе, здесь не так страшно. Здесь нет мыши. Зато здесь есть у нас зомби. Но он всего лишь трехзвездочный. Привидение, которое нас, в принципе, здесь уже не пугает. И жнец. Вот жнец, это, конечно, да, это жесть. Ладно, я думаю, что, ребята, мы с вами, наверное, оставим вот эту вот. Хотя нет, не-не-не-не-не. Хотел переключиться, думал, на баллисту. А потом вспомнил про привидение. Оставляем вот эту бригаду. Поехали. Будем пытаться с вами дальше как-то выкрутиться. Именно вот этой командой. Так, я знаю, что он будет копить сейчас себе на жнеца энергию. Мы тоже будем копить на деда. Мы что, левый, что ли? Нет, конечно. Так, вот, начинается. Мы вызываем... Блин! Надо мышь было вызвать. Надо было вызвать мышь. Ладно, мы сейчас ее сделаем, вызовем. Если успеем, конечно, блин. Успокойтесь вы, блин, а, все тут. Так, дедуля, все, я на дедушку накопил. Сейчас будем его вызывать. Так, дедуля, ты готов? Он пошел. Он пошел, ребята. Так, давай. Бомбим. Сейчас, я чувствую, выйдет жнец. Вот секунды на секунду выйдет. Так. Еще немножко. Фаербол наготове у меня, ребят. Я жду, жду команды. Жду отмашки. Есть, вот он вышел. На, получи, гад. Он даже пикнуть не успел. Представляешь? Блин, мой дед тоже сложился. Ладно, мы выиграли. Знаете, что меня здесь удивило? Каким макаром я здесь мог получить карточку когтистого? Ну, вы, наверное, видели. Кто не видел, перемотайте там на пару секунд назад. Там вылетала карточка когтистого. Его здесь не было, но мне ее дали. С чего вдруг? Так, ну что же. Мы с вами закончили вот этот этап. Сундук нежити. И кто нам достанется? Слушайте, самое то, что нужно. Дед, башня, великолепно. И у нас последний уровень, ребята, это фабрика. Фабрика роботов. Смотрим, кто здесь. Так, ну что, молотильщик, щитоносец. Для начала это неплохо. Мы выберем с вами вот эту вот команду и поедем. И будем разбирать их. Так. Ребят, если кому-то кажется, что я говорю слишком тихо, то не обессудьте, у меня очень сильно болит горло. Возможно, я простыл. Вот, надо будет выздоравливать. Так, ладно. Тихо, давай бомбить. Отлично, пробомбили здесь. Надо вот так вот делать уже в конце-то концов. Ну-ка. Да будем мы их накрывать-то в конце концов. Давай вот так сделаем. Прожали, нормуль. Так, давай-ка всадник на журавле. Покажи-ка им, почем фунт лиха. Ну, остался совсем немножко, ребят. Ну, что вы там тягомотиной занимаетесь? Есть. Первый этап прошли. Теперь у нас второй. Так, здесь у нас вот этот, блин, бот-паук. Бесявый, конечно, да? Он же у нас отталкивает и... Притягивает, потом отталкивает. Короче, такой зануда. Ну, мы, наверное, и с ним справимся.
давай-ка. Я даже не знаю. Вот так начнем. Ну, в принципе, я не... Тихо ты! Молотильщик, иди отсюда, а? Забомбили. Так, давай-ка мы всадника на журавле вызовем. Я думаю, это будет самое оптимальное для нас. Только щиты падают. Так, я еще одного маговоина вызову. И все, ребята, базе хана. Никто уже тут не поможет и не спасет. Да, я это прекрасно понял. Ну что же, третий уровень у нас, да? Да, именно третий уровень. Ребят, мы, наверное, сегодня с вами в другой телепорт полетим. Кстати, смотрите-ка, Джаггер появился 65 уровня, остальные все 66. Вам не кажется, что это чересчур уж большая разница в 5 уровней? Нет, мы, конечно, и с такими справлялись, но я никак не могу их догнать. Просто хотя бы приблизиться. Они постоянно меня на уровень, на 2, на 3, на 4 переплевывают. Ну ладно. Ну и куда ты вышел? Куда ты вышел, я тебя спрашиваю, а? Иди туда, откуда пришел. Вот так вот. Теперь мы будем здесь веселиться. Сейчас Джаггернаут выйдет, вот это будет веселье, действительно. Что-то не вызывает его. Так. Сейчас он выйдет, не волнуйтесь. Сейчас он покажется во всей красе. Что за ерунда, я не могу понять, где он? Вот он. Вот он появился, не запылился. Заморозку. И давай. Ой, как мы ему мало урона наносим, ребята. Это вообще жесть. Вообще не наносим ему ничего. Как быть? Я даже не знаю, что делать. Он прошел? Как он умудрился пройти? Слушай, ну так дело не пойдет, если честно. Завалили. С большим трудом, если честно. Опять вышел Джаггер, а? Короче, ребята, мои всадники на журавле Джаггернауту наносят очень мало урона. Очень мало. Золотая лихорадка. Хвост завершен. Но есть. Забомбили. С горем пополам. И у нас предпоследний этап. Здесь добавляется... Ой, здесь Джаггера нету. Здесь этот бот-паук и хил-бот. Но здесь, ребят, знаете, кто нужен? Здесь, по-моему, вот эти ребята нам пригодятся, да? Скорее всего. Или нет? Давай проверим, протестируем, так скажем. Фух. Вперед из песней. Я вот не помню, бот-паук вот этот, он может притягивать летучих? Или не может? Ну, летучих, я имею в виду летающих юнитов. По-моему... Тихо, сейчас будет лечить. Ё-моё! Как ты меня бесишь, лекарь, а? Давай-ка вот так вот, мы проверим заодно. Сейчас будет притягивать, смотри. А, началось, блин. А если мы вот так вот... Понравилось вам? В шоке просто, да? Они были в шоке от увиденного. Так, ну что ты тут стоишь, родной? Получил? Так, давай, бомбим, говорю. Слушайте, по-моему, бот-паук не может летающих притягивать. Только лишь наземных. Ну это же хорошо для нас. Мы сейчас там всех поотравляем. Вот так вот еще сделаем. Ну и все. На этом их не песенка спета. Слушай, ну с хил-ботом они, конечно, себя тут уверенно чувствуют. Очень хорошо даже. Так, прожалим. Так, давай-ка мы, знаешь, что сделаем. А тут ничего не надо. Все, тут победа. Давай быстренько разберем. Да чтоб тебя, а. Я вот думал... Ну давай вот так вот сделаем. Чтоб ускорить, как говорится, победу. Ух. Ну что же, у нас с вами последний уровень. И здесь кто? Вот он. Как его звать-то? А, не Терминатор, а Термин 9000. Вот так вот.
Вот он, ребята, термин 9000. Здесь у нас Джаггер, здесь у нас Хиллбот. Здесь очень такая специфическая команда. И я даже не знаю. Попробуем, попробуем. Если получится, то это будет чудо какое-то. Но у меня почему-то уже сомнения очень большие. Там надо было, наверное, все-таки брать богиню света. Термин, он не даст подойти к себе. Он не даст подойти к себе, точно, ребята, я вам говорю. Он забомбит нас просто звездец как. Так, ладно, попытаемся что-нибудь с вами сотворить. Эдакое. Иди отсюда. Ой-ой-ой-ой, вот и Джаггер вышел. А сзади Хиллбот у него, да, будет стоять? Замечательно просто. Так, секунду. Что там происходит? Ё-моё, там происходит жесть какая-то. Дайте мне деда вызвать, ё-моё, в конце-то концов. Мы не можем его, смотрите, он отхиливается. Да что ж... Воу-воу-воу-воу, термин уже вышел, ребят, уже вышел термин. Вот и начинается жесть. Давай попробуем... Это с какого перепуга-то у него такое произошло? Он разве так умеет делать? Ой-ой-ой-ой-ой. Не прокатит, ребят, по-моему, не прокатит. Ну-ка... Жесть, это жестко очень. Да достал так термин сраный там, а? Все, деду хана, да? Деду хана моему. Он всех сносит на своем пути. Ему пофиг на все, ребят. Понимаете? Ему просто на все пофиг. Да идите вы отсюда, вы вот на самом деле уже просто заколупали. И все за счет Джаггернаута этого. Ты посмотри, что он делает. Как он набирает такую скорость? Он, знаете, напоминает мне прыгуна. Мы проиграли здесь, ребят. Все, я ускоряюсь. Эта пачка неэффективна здесь. Что ж тогда делать? Я говорил же, надо было богиню света брать. Ладно, попробуем сейчас выбрать именно ту команду. И посмотрим, насколько я прав. Так, давайте заберем здесь вначале квесты. Завершенные. Так, все, больше ничего нету, да? Хм. Слушайте, насколько я помню, всадник на журавле очень мало наносит дамага. Так. Хм. Хорошо, я попытаюсь. Я попробую, ребят, но я не уверен. Причем довольно серьезно не уверен. Это уже не шуточки. Там серьезный босс. Серьезная поддержка, как вы видите. Как быть? Пока ума не приложу. И во всем виноваты хиллботы. Угу. Как это ни странно звучит. Только благодаря им он выживает. Отхиливается. Так, попробуем как-то успеть. Так, давай вызовем, наверное. Вот так. Потом нам нужен обязательно, ребята, всадник. Так, молотильщика вызовем. И надо... Ой, здесь еще елки-палки, ребята. Здесь еще совсем неподходящий у нас суперудар на базе. Он совсем мне не нравится. Очень не нравится. Как мы тут будем справляться, я пока не знаю. Так, ладно, попытаемся что-нибудь сварганить. Так, ну здесь, по крайней мере, мы как-то пробиваемся, ребят, смотрите. Так, богиню света будем вызывать. Слушай, он вызвал своего термина, блин. Терпилу этого своего, а? Есть! Вот так-то, сынуля. Ну, а теперь мы посмотрим, кто кого.
Давай, богиня, жги его. Ой-ой-ой, не надо так бомбить-то, эй. Так, заморозку нафиг срочно. А то будет плохо нам. Так. Слушайте, ну я не знал, что у Джаггера есть вот этот супер-рывок, который он применял. Он мне сразу напомнил нашего прыгуна в гневе. Ну что же, все, ребята, я был прав. Здесь нужна была богиня света. Именно благодаря ей мы выиграли. Ну что же, забираем сундук робота и смотрим, что нам здесь выпадет. Честно сказать, полная лажа. Недоволен. Так, а вот это вот уже другой разговор. Вот это хорошо. Ну что же, прыгаем с вами в новый, ребята, портал. Отличненько. Ну что же, а на этом я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр и увидимся с вами в следующей серии.